Чтобы улучшить жилищные условия, некоторые оформляли кредиты, брали в долг у знакомых и родственников. С октября прошлого года переводили на счета, передавали наличными. Каждый раз, в неделю раз, два раза нас вызывали, вот она вызывала к себе домой. То называла принести 20 тысяч, то принести 40 тысяч, то принести 15 тысяч, то принести 10, то принести 4. Вот такие суммы мы постоянно таскали. Если вы не принесете, вы, значит, не получите документы на квартиру. Вот как она вот это манипулировала. Вот. Сначала думали решить миром. Все-таки знакомая. Вроде начала возвращать деньги. Но и тут что-то пошло не так. Не дождавшись ни обещанных квадратных метров, ни полного возврата потраченных сумм, обратились в правоохранительные органы. В отдел полиции номер 2 в составе УМВД России по городу Саратову обратилась с заявлением гражданка по поводу совершения в отношении нее мошеннических действий на сумму 289 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием с причинением крупного ущерба гражданину. В настоящее время ведется предварительное следствие. Сама подозреваемая объясняет все трудной жизненной ситуации. Нужны были деньги. Вы что-то взамен обещали? Да, недвижимость. Недвижимость. Какую недвижимость? Квартира в городе Саратове. А как это, под каким предлогом было то, что вот вы пообещали квартиру, а граждане вам переводили деньги? Что я помогу им оформить документы на приобретение недвижимости. А у вас была реально возможность Нет. помочь жильем? Нет. Вы какую-то сумму возвратили постепенно? Да, я возмещаю частичный ущерб. Судья не поскаривается? Конечно. На данный момент потерпевших трое. Общая сумма ущерба более 450 тысяч. Не исключено, что саратовцев, пожелавших приобрести жилье по такой схеме, больше. Если вы стали жертвой обмана, необходимо обратиться с заявлением в полицию. Расул Ибрагимов, Андрей Багаев, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.